Всем привет, ребята! С вами я, Максон Патиссон. И сегодня я вам покажу свою коллекцию транспорта среднего и маленького размера. Начинаем! Первое, это у нас два вот таких вот вагона метро номерных. Их можно вот так вот сделать, как будто они вот так вот сцеплены. Так они выглядят снаружи. Кабина машиниста. Он сделал, конечно, все реалистично, но у него должно быть просто 4 двери, а не 2. У нас вот такой вот номерной. У него так крыша выглядит низ. Поехал. Следующий, это у нас вот такой вот новенький трамвайчик. Не открываются, закрываются двери, вот. Видите? У него вот такая вот гармошка есть. Поехал. Так, дальше это у нас вот такой вот трамвай интересненький. У него вот тут вот открываются двери. Это, кстати, похож на босонушку или на кунку. Маршрут 35. Садовый бульвар. Вот у него есть информатор. Так он выглядит сверху, у него есть вот такой вот пантограф, который можно поднять и опустить. Поехал наш старенький трамвай. Дальше это у нас вот такой вот локомотив, который уже ходили, то есть который уже снимали в видео видео одном снимали. Ссылка в описании. Сейчас на экране или под видео в описании. Вот у него вот открывается дверка. Они, к сожалению, все одинаковые, но зато разных цветов. Смотрите, вот, например, у него вот такие вот звуки. Так, дальше это у нас вот такой вот Татра есть. Он такой вот интересной окраски. Вот также есть пантограф, но он не опускается. Как вы видите, он чуть-чуть обшарпанный, с него краска слезла. Он у меня, в общем, давно я его купил. И вот он сейчас такой вот. У него на крыше ничего особенного нет. Вот у него тут также колеса. Так, дальше это у нас вот из новых. Это у нас вот такая вот есть синяя ласточка. У меня, к сожалению, у нее нет информатора. Сломался. Вот, СП-21. Не знаю, что это такое. Тут похож на ласточки окраской. Только у ласточки красная окраска, а тут синяя. Эти ласточки перевозят пассажиров на Московском центральном кольце. И у нас тоже такое видео уже есть. Также ссылка может сейчас уже есть на экране или в описании к этому видео. Вот открывается, закрывается дверь. Вон там салон. Видимо, вон там кресла стоят. Вон они. Все, дальше. Так, дальше это у нас электропоезд. Но на фигурке ласточки вот. И когда открываешь дверь, у него вот такого цвета загорается. Видите? У нее несколько информаторов также есть.
меня, к сожалению, чуть-чуть информатор поломался, но ничего страшного. Переходим к следующему. Это у нас два вот таких вот вагона от поезда, который ездит в какой-то другой стране, я уже не помню в какой, с магнитной сцепкой. У нас тоже есть видео с моей количеством транспорта, только маленького размера. Там как раз такой есть. Это, кстати, похож на Сапсан. Только вот, кстати, вот иероглифы. Это правда какой-то иностранный поезд. Скорее всего, это японский или китайский. Не знаю. Много каких стран есть иероглифы. Крыша у нас тоже особенно. И с инерционным механизмом. А, не, без инерционного механизма. Без инерционного механизма. И дальше у нас есть вот такой вот один вагон. Тоже какой-то электрички из Китая, или я не помню. Кстати, вот пантографы вот есть, и еще какой-то бак. Тоже в нем ничего интересного нет. У нас вот такой вот есть, тоже обшарпанный вот сверху, ободранный. Дальше у нас идет поинтереснее. У нас дальше вот Сапсан идет. Игрушечный. Он тоже без инерционного механизма. Вот дверь в другой вагон. Также вон там сиденье. Есть вон там, вон надеюсь, вот там не видно. Видно, да. Вот дверь. Написано Сапсан. Такая вот у него скушенная морда. У нас такой вот прикольненький Сапсан. Дальше у нас тоже Сапсан, только немножко другой. Посмотрите, вот. Тут вот фары белым просто выделены. Так вот. А тут они сделаны, как будто они светятся. А внутри салон уже синий по сравнению с тем. В прошлом был черный. И вот тут вот уже получше видно. А вот тут теперь написано не Сапсан, а Молин Супер Экспресс. Молин Супер Экспресс. Вот у него теперь межвагонная дверь просто нарисована. И на крыше хоть что-нибудь появилось. Это другой вот мотор. Тут вот, смотри, тоже какой-то мотор. Тут мотор с вентиляцией. Дальше у нас еще интереснее. Это вот такой вот поезд двухэтажный с разноцветными рисунками на кузове. У нас тоже про него видео есть. Все будут ссылки в описании. Либо на экране, либо в описании. У него теперь чуть-чуть скошенная морда. Это тоже какой-то иностранный поезд. Вон, кстати, вон кресло видно, машиниста немножко. И ну, вот двери такие вот какие-то иностранные тут. А он на втором этаже видно, он только зернисто все. Он видно чуть-чуть тоже. С этими рисунками отыгрывают всякие. Тут написано что-то по-английски или на других каких-то языках. Дальше у нас есть один головной вагон тоже какого-то иностранного поезда. И он тоже, как вы видите, весь обшарпанный, изрисованный. И вон, кстати, видна кабина, вон там ничего не видно. Ничего не видно. И у него три двери, я как-то помню, что такие поезда были. Какие-то. Он тоже видно сломан. У него теперь на крыше один пантограф почему-то. И тоже какое-то отделение, то есть какой-то бак. Дальше нам всем знакомый поезд с магнитной сцепкой. Это Сапсан у нас. Вот у нас Сапсан. Это вот головной вагон. У нас вот так вот выглядит промежуточный вагон, тут окна уже разделенные.
И вот так вот выглядит третий вагон. Уехал. Дальше у нас идет локомотивчик. Вот у него значок, что ли, какой-то. Тут вот, вот желтое что-то вот тут вот, видите? Вот у нас желтая полоса такая же, как у Р2, например, или у Р2Р, или Р2К. Вот, кстати, окна, это правда какой-то локомотив. Я так сейчас это узнала. Вот наверху у него прожектор такой. И у него тоже на крыше ничего особенного. Дальше у нас идут вагоны метро. Это у нас вот такой вот номерной брендированный. Вот тут он виднеется, видит, вон, видите, значок метро. Это вот стилизированный окрас московского транспорта. Смотрите, как у него все реалистично выполнено. Красная крыша, вот такой вот окрас, только без водички, к сожалению. Вот у него внутри есть вот колесные пары тут только. Это не колесные пары, просто колеса. Вот у нас межвагонная дверка там есть, только там ничего не видно. Там вообще сидений никаких нет в салоне. Может и есть там, но мне вот не видно на камере. Ладно. Ну, вот такая вот морда. Вот значком метровагона Маш. И вот все. И вот такие какие-то красные прямоугольники. Ладно, давайте дальше. Дальше это у нас классический номерной. Он тоже, к сожалению, чуть-чуть поломался. У него информатор сломался тоже. У него, когда надо было вот так нажимать, шел информатор. К сожалению, сломался. У меня тут вот как-то давно мигали фары без информатора в том году. И, к сожалению, не получилось починить. Потом вообще фары погасли. Только он стал чуть-чуть побольше. Смотрите, сравнение вот с этой вот длиной, смотри. Вон, он чуть-чуть больше в два раза. Дальше это у нас вот такой вот... Красная стрела у нас тут. Вот она такая. Она, к сожалению, тоже поезд чуть-чуть другой. У него дверь по-другому открывается, только теперь снизу. И, к сожалению, дверка тоже чуть-чуть поломалась. Вот, 75 лет. И у нас, кстати, есть видео с ретро-поездом и красной стрелой. Также может быть ссылка либо на экране, либо в описании. Вот такие вот колеса тут чуть-чуть другие. А эти колеса чуть-чуть пластиковые. И у нас такая вот необычная красная стрела. Еще я вам забыл показать на вагонах метро. Это вот сцепка. Давайте дальше. Дальше это у нас тоже брендированный номерной, только также чуть побольше. У него морда вместо метровагона Маша тут нарисована. Фары у него тоже перегорели. Но этот вагон я купил позже. Этот вагон уже разговаривал, я его в том году купил. И как раз вот у этого вот классического номерного уже моргали фары без информатора. Этот все еще работал, но плохо. Вот сейчас уже вообще не работает. А вот у этого уже колесный пар, посмотрите. Это колеса от машины, только тут их только две вот вставлены. Это вот, кстати, вот эта вот штука, через которую проходит информатор. Дальше это у нас вот такой вот необычненький серо-голубой номерной. У него тоже видео про него есть на YouTube-канале. Также ссылка будет либо на экране вот
тут вот, либо в описании. Вот у него тоже открывается дверь так же плохо. И у него вот, смотрите, настоящий рисунок Москвы. Такой вот у нас красивенький. Кстати, у нас маска тут чуть-чуть немножко отличается тем, что тут нет ни значка метровагон Маш, либо и ни серого квадратика. Тут все черное. Кстати, давайте мы попробуем сцепить наши два поезда. Вот, вот они вот тут вот сцепляются, смотрите. И поезд едет, смотрите. Так, дальше у нас идет сокол на фигурке Сапсана. И у него еще информатор работает. От лица компании «Российские железные дороги» мы рады приветствовать вас на борту высокоскоростного поезда «Сапсан». Желаем вам приятной поездки. Вот сокол, большие буквы такие. Какой же информатор у нас? Вот у нас такой вот сокол, у него информатор на воде, информатор тот же самый, что и у Сапсана, потому что вы слышали, говорили. Бараты приветствуют вас на борту высокоскоростного поезда, поезда Сапсан. Так, дальше у нас идет классический Сапсан. У него, к сожалению, тоже такой же информатор, но на всякий случай я вам его покажу. Как вы видите, у нас тоже он чуть-чуть вот обшарпанный. Всякая тут грязь, тут краска немного слетела. Ну, точно такой же, смотрите, как файл. У него вот такая вот межвагонная дверь есть. Тут, к сожалению, двери нет, но ничего страшного, тут зато полоска выделена. А это вот звук Сапсана. И, кстати, у нас тоже, мы уже тоже лепили с вами Сапсан из пластилина. Также ссылка в описании будет на экране слева, либо в описании. Дальше у нас тоже Сапсан, только уже без информатора. У него тоже вот отличается фара. Он, во-первых, чуть-чуть вот больше. Вот. Тут. У него дверь чуть-чуть меньше. И у него фары только теперь выделены белым цветом. А тут уже черное вот это. Черный низ. То есть. Вот тут вентиляция и мотор. Мы пили с вами точно такой же Сапсан. Как вы видите, у него нет информатора. Видите, у него стала чуть-чуть дверь уже. И тут теперь не колесный парень. Внизу тут ничего интересного нет. Давайте дальше. Ну и напоследок самое интересное, то, что у нас уже было. Это у нас аэроэкспрессы. Вот он тоже чуть-чуть обшарпанный. Вот тут вот звездочка аэроэкспресса чуть-чуть стерлась. Слово экспресс чуть-чуть стерлось. И он аэро тоже чуть-чуть буква Э подстерлась. Это вот двухэтажный аэроэкспресс Штадлер. Вот у нас такая вот межвагонная дверь в виде гармошки. И вон
Так вот дверь открывается почему-то, как у автобуса. Ой, я вон могу показать вон тамбур, вон там. У него тоже ничего особенного нет. У него тоже ничего особенного нет, только колесные пары. И у него вот так вот закрываются двери с помощью вот этих вот штук. Он тоже реалистичный. Я прямо не ожидал такого. Это я уже где-то купил позапрошлом году или позапозапрошлом. Ну, вообще давно. А вот этот AirExpress тоже уже получше. Но обратите внимание на боковой рисунок. Вот на первом было написано AirExpress, а на этом просто Экспресс. И вот у него чуть-чуть самолетики по-другому нарисованы. А вот дверь машиниста такая вот, без стекло. Там можно показать кабину. Тут ничего не видно, а вот в этой видно. Да, там видно только кресло машиниста. Тут вот двери тоже не открываются, но через них есть возможность показать. Вот. Вот у него пантограф также опускается. Он опускается так, так. Пантограф у нас теперь не Робинка, а Видилаб. И вот такой вот у нас еще есть AirExpress Express. Синий. Это, кстати, похож на Рекс. Потому что он тоже синий. Вот так же закрывается дверь, он тоже нарисован на фигурке Штайнера. Это двухэтажный Рекс. У него также опускается пантограф. Фары у него вот тут вот из стекла сделаны. И у нас, короче, вот такой вот. Вот такой вот у нас обзорчик. Такой вот у нас обзорчик на все вот эти вот мое количество транспорта. Среднего и маленького размера. Кстати, напишите в комментариях, какого вам из этих понравился больше всех. А давай теперь повторим наши поезда. Сапсан. Два промежуточных вагона Сапсан. Три головных вагона Сапсана. Два поезда высокоскоростных Сапсан и Сокол. Разноцветный трамвай. Гортранс. Ретро-трамвай. Трамвай Татра. Три вагона иностранных поездов. Головной вагон иностранного поезда. Аэроэкспресс Штадлер. Два экспресса Штадлер. Классические вагоны метро номерные. Два маленьких. И один большой. Кстати, ребята, это похоже на семью. Это вот, например, похоже на маму вагон метро. Это похоже на два ребеночка вагона метро. Вагон метро номерной с синими полосками и полностью в сером окрасе. Два вагона метро номерных в брендированном окрасе. Этот чуть-чуть побольше, этот чуть-чуть поменьше. Синий поезд «Ласточка». Электричка.
три средних локомотива. Маленький локомотив в окрасе R2. Двухэтажный поезд на странный с разноцветными рисунками на кузове. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась коллекция транспорта среднего и маленького размера, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вы на моем канале найдете очень много контента про поезда. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Всем пока. Подписывайся на мой канал Максон Патиссон. Пока-пока.